Хотите передать привет родным, близким или даже всей республике? Вы живете на Урале, Камчатке или в Москве, или в Чувашии, бываете редко. У вас есть шанс стать ближе к малой родине. Национальное телевидение Чувашии проводит конкурс «Чуваши на всю страну». Любой желающий может прислать видео с теплыми словами и пожеланиями. Еженедельное голосование в группе ВКонтакте выявит финалистов. Лучшие видеоролики будут транслировать в эфире национального телевидения. Конкурс продлится месяц. Победителя пригласят в студию телеканала. Подробные правила участия указаны в нашей группе ВКонтакте. Там же в обсуждениях можно задавать интересующие вопросы. Напомним, национальное телевидение Чувашии вещает в спутнике «Триколор» на 823-й кнопке, а национальное радио на 36-й позиции в списке радиопрограмм.